Светлана Семенова, город Сосновка, Кировская область. Юрий Галкин, Ледовое побоище, 1242 года. Под игом Русь, в стране татары, народ осилили враги. Казалось, нас бери за даром, все в прошлых битвах полегли. Пылает Псков, горит Копорье, навечи город и посад. Любой топор в бою под спорье, где новгородец брату брат. Их честь не прятаться за спины, здесь многим жизнь недорога. С обозом тронулись в чужбину, бить в самом логове врага. Чернеет рать, на кромке белой пара дыхания идет. У князя планы выход смелый, одним из флангов встать на лед. По первым признакам рассвета, стянув на поясе живот, в галоп на выстрел арбалета германцы тронулись вперед. Свинья закована в металле, столкнувшись с пешей стеной, конями многих затоптали, под тучи стрел над головой. В тот страшный миг в сплошную груду мешались кони и бойцы, резня и крики отовсюду, и смерть летит во все концы. Нам победить и выжить сложно, разорван строй напополам. Князь приковал свой взор тревожный к своим истерзанным полкам. Но где им с нашими тягаться? Кто сломит волю мужика? Здесь встала Русь и будет драться, как было в прежние века. Пока людей мечи кромсали, финал он видел роковой. Ведь новгородцы устояли и навалились всей гурьбой. Теперь магистр в обороне, трубач трубит врагу отход. Дух православный орден ломит и продвигается вперед. Пробит стрелой доспех, и рыцарь свалился к кнехт под топором. Сверкает заревом зарница, в бою заметен перелом. За что на Русь такая травля? Глазную мышцу дернул нерв. Князь шел к дружине Переславля, в родной, надежнейший резерв. Вскочил в седло привычно Невский, в коня вонзились стремена. Не осрамим Руси Залесской, здесь честь моя и седина. Наш пробил час, дерзаем, други, сломаем рыцарям хребет. Проверить седла и подпруги, назад у нас дороги нет. В строю все меньше крестоносцев, на 8 верст металл звенит. В снегах стоять от крови скользко, берем мы рыцарей на щит. В стальные клещи стиснут орден, епископ духом оробел, забыв про сан в шатре походном, окончить службу не посмел. На тонкий лед бегут лавины, дождались страшного суда. Трещат под рыцарями льдины, и смерть их – пресная вода. Уже все копья преломлены в больших зазубренных мечи, и для преступников плененных секиры точат палачи. Магистру, рыцарям и папе за святотатство во Христе Иисус Христос послал расплату на Чудском озере, на дне Руси.